человек от объекта, метели 50-55. У нас как будто город всегда летает. Это ежегодная гостиная, потому что как, в данном случае это угла номер 17, если это получается много лет. И почему Лаврова присутствует не только в переработках, но и в внутри себя. Представлены разные аспекты и времена года жизни города, зима, алые паруса, мы все авторы тут подписаны. Помимо работ, очень интересный интерьер этой галереи, вот тут у нас вечный цветок с печатным колесом. А виды города не только Петербург, как правило, Петербург он лидирует в основном, собственно говоря. Потому что тут главное представить что-то такое необычное. Понятное дело, что очень погодные условия, там всякий закат, подобные вещи, куляры, храмы, необычные постройки где-нибудь далеко, вот, например, да, это выбор, как я выяснила. Но в основном, как правило, Санкт-Петербург, вот такие, какие-то ключевые места района, вот это Пушкин у нас, мосты красивые, интересные. Если я не ошибаюсь, по-моему, может быть, у него Ломоносова два моста похожи. Соборы, колонны, да, вот более новая советская, тоже интересная архитектура. То есть такая архитектурная выставка, я бы сказала, архитектурно-пейзажная. Очень она красивая. Здесь проходит голосование за лучшие работы. Какие-либо 5 работ, потому что даже если исходить не из ощущений знакомства с автором, все равно будет больше, чем 5. Ну, защитить эту мою любимую Петю Глобу. А Петю Глоба представлены в другом зале, два зала. И все друг друга фотографируют, потому что когда придете в другой день, тоже будет красиво. Будут литературные всякие чтения, музыкальные, встречи с фотографами, будут так же прозрачные. Тут у нас музыка играет, опять же, без котов, без котов, прекрасно. Потому что нам фантазия, что-нибудь такое было, да? Птички, метрополитен. Выставка действительно показывает нам тут факты, что город, ну, не обязательно Петербург, но Санкт-Петербург, он является средой обитания для животных, людей и прекрасных разных атмосферных явлений. Вообще, мне кажется, что нужно много говорить, ну, идти посмотреть, полюбоваться, там, проголосовать, соответственно. Это очень красиво. Я один из них, который сделал фотографию.